тем. Есть очень важная ситуация, то, что он готовит на 17-й год, я на секунду отвлекусь. Дело в том, что Плохотнюк и его ближайшие соратники видят досрочные парламентские выборы в 17-м году. До 17-го года будут реализованы те реформы, которыми можно замазать глаза населению. А вот когда мы подойдем там к увеличению пенсионного возраста и так далее, то есть вот это, как вы понимаете, они понимают, что это обрушит рейтинг Демпартии, они готовятся. Сразу после президентских выборов они готовят, они считают, что у них будет не меньше 35-40 мандатов. Я сначала считал это бредом, но когда мне люди изнутри от него, они объяснили, что он имеет в виду, оказывается, у нас будет одномандатная округа, у нас 50 депутатов парламента будут по списку, остальные у нас будут от одномандатных. То есть смешанная система. Да, смешанная система, совершенно верно.